А вот здесь я увидел очень интересный момент. Получается, что как бы люди речку немножко перекрыли и сделали как бы бассейн. И получается, что люди приходят сюда купаться. Получается, как бы река бассейн. Вот как-то так. И что интересно, плавают рыбки. Водичка очень прозрачная. Вот такая специфика в этой деревне.